Приветики. Купила себе такие колонки, вот только что приехали. Мощнейшие. Сейчас буду распаковывать. Вот так вот они выглядят. Микролаб Solo 9C. 140 ватт. Ну, каждая по 70. А вместе 140 ватт. Вот их как бы... всякие характеристики. Так, что у нас тут? Русская. Есть разные всякие цикста, но есть и русский основной. 2.0 Solo 9C, выходная мощность 70 ватт на две штуки. Динамики, диапазон, размеры. Но они такие увесистые. Довольно-таки, хоть и весят вроде 20 кг, но все равно ощущается как бы довольно-таки сильно. Вот. Такая вот коробченция, довольно-таки огромная. Так. Потом тута. Что у нас тута? Сами колонки, левый, правый, кабели такого плана, такого. Пультик есть и инструкция. Вот как бы. Там серийник, не знаю, на всякий случай, может, прикрою. Продукт, модель. Сори за тряску, просто как бы неудобно одной рукой. Вообще неудобно. А, 25 кг они весят. Вот, поэтому. И сейчас надо переступить к открытию. Вот он, инструментик. И сейчас мы откроем. Ну-ка. Так, сейчас я разрежу. И сделаю на паузу, потому что сложно одной рукой. Так, ну вроде бы пошло дело. Я там вроде сейчас только что-то задел. Такое ощущение, что лишнее. Ну, вроде бы по шву. Иду по шву. Так. И. Ну-ка. Ага. Вот оно. Теперь надо по бокам еще прорезать. По бокам. То есть... вот тут. Опа, сюда. Сюда вообще легко входит. Так. И. А сюда чуть не очень. Так, стоп. Я там что-то лишнее уже задел. Так, одна сторона есть. Теперь на вторую. Вот, мы перебрались на вторую сторону. Теперь открываем. Открываем. Ну вот, по идее, она и распакована. Так. Опа. Опа, момент открытия. Так, что тут у нас? Warning. Ничего не понятно вообще. Ну да ладно. Так. Микролаб. Такая инструкция. Что она? На каких она языках вообще есть? Есть русский?
здесь какой-то вкладыш микролаб. А, ничего не понятно вообще, что это такое. Что это такое? Наверное. О, русский есть, а ну-ка. Русский, уважаемый пользователь. Компания Микролаб благодарит вас за выбор продукции марки Микролаб. Так, это хорошо. Гарантийное обслуживание туда-сюда. Ну, в общем, ясно, это что-то типа приветствия. Так, русский. А вот и русский. Так, вот он, начинается здесь правила техники безопасности. Ну, это все надо читать. Сильно много текста сейчас, естественно, читать не будешь, потому что, ну, это все затянется. Тем более, он такой мелкий. Так, здесь что? То же самое, что-то продолжение, введение и иллюстрация. Главный сателлит, вид сбоку. Ага, так. Вид сзади, аудиовход. Аудиовыход. Так, пульт дистанционного, разъемы. Так, ну в этом всем нужно разбираться, как бы, то есть смотреть на устройство и действовать согласно инструкции. Коммутации и вклю. И вклю. Включение, наверное. Надо и вклю. Так. Введение, технические данные. Технические данные. Угу. Так. Часто задаваемые вопросы. Так. Но это пока что нам все не надо. Все, другой язык пошел. Так. И сюда, наверное, было бы логично вложить вот эту штуку. Чтобы сразу потом... как закладка. Раз. И мы на русской версии. По-моему, гениально. Так, это можно пока что убрать куда-то в бок или вообще куда-нибудь вдаль. А теперь надо все это открыть. Как же мы это будем открывать? Мы ее перевернем, коробку, сейчас. То есть, вот таким вот образом. Для вас секунда прошла, а для меня нет. Чтобы так коробочку перевернуть. Теперь ее надо поднять. Опять-таки, одной рукой я не справлюсь. Поэтому пауза. Вот как-то так. Приподнимаем. Нет. Рано я снял с паузы. Вот теперь уже можно. В коробке там, естественно, уже ничего, только нижняя, ну, вернее, та часть, в которой такая же часть, вторая, и вот сами колонки. Так, вот они упакованы. Здесь тоже предупреждение какое-то. Затем, как и что тут еще есть. Здесь тоже предупреждение. На каждой из них, короче, есть предупреждение. Между ними лежит все оборудование для подключения кабеля и все остальное. То есть, можно их открыть. Открываем. Так, вот он пультик, прикольненький, такой маленький, удобненький, громкость больше, меньше, выключить звук, ага. Басы, ну вернее вот это басы, это верхняя частота вроде, и включение-выключение. Так, сзади что у нас? Это, видимо... батарейка тут еще в комплекте идет. Так. Кабеля для подключения. То есть колонки. А это уже в аудиоразъем. То есть в какой-то плеер и в колонки соединяем. И все.
тоже кабель. Но мне он пока что вроде бы не нужен. Вроде не нужен. Поэтому можно его отложить. Вот. А вот это вот мне пригодится. Вот эти две штучки. Это для оптического подключения. HDMI, по-моему, этот кабель. Да, так и написано. HDMI. Так. Потому что тут еще кабеля. Это, наверное, для соединения колонок между друг другом. То есть одну с другой соединяешь. И к одной лишь только подключаешь вот это. То есть в плеер, в колонки. И между собой колонки, я так понимаю. Тоже какой-то кабель. Что это такое? Оптический кабель. Ну, они такие лампочки прикольные. Такие прикольные лампочки. Так. И последний кабель. Это какой-то он серьезный. Серьезный кабель. Довольно-таки. Так, а кабель для подключения к сети? Что-то я не понял, а куда кабель. Или может там все внутри? А он, наверное, не отсоединяемый точно. Теперь сами колонки. Так, а тут так интересно сделано получается. Такие у них липучки. Открываем липучки и... Вот она колоночка. В таком чехле они идут, блин. Чувствуется сразу качество. Правда, я их вверх головой поставил. Ну, то есть, неправильно. Они сейчас вверх над тормашками стоят. Видно вот, вот эти вот пимпочки, на которых они должны стоять. Я чувствую, будет качество. Такая сразу блестящая штука. Прикольно. Так. Здесь, наверное, то же самое. Ну, что-то типа, да, такого. Только здесь уже другой значок и два отверстия есть, а там... А на этой колонке нету. Так, опускаем. Я сейчас их сниму, так будет удобнее, и переверну. Вот так вот они выглядят без чехлов. Вот они два чехла, один и второй. Плюс там еще лежал силикагель, который влагу собирает. Силикагель. Вот. И вот где она стояла. Сами колоночки выглядят сбоку так вот, сверху тоже предупреждение. Так, здесь то же самое. Вот так вот они выглядят. Снизу, что у нас снизу? То, что мы уже видели. Микролаб. Здесь. То же самое, только здесь. Нету такой вот. А вот этой штуки, а есть другая какая-то и заклеена. Здесь, видимо, какие-то индикаторы будут. Здесь сбоку ничего нет, а здесь есть крутелки. И на них написано громкость верха и низа. Плюс и минус. Так. Ее надо отодвинуть, это она немножко мешает. Так. Что сзади у них делается? Ну вот как-то тоже внутри. То есть два таких отверстия и снизу для подключения отверстия разъем. Сбоку мы уже видели. Вот оно как-то так работает. Так. Сзади. Сзади. Сейчас мы глянем сзади. С этой стороны тоже. Есть такое же отверстие. И там какая-то сеточка внутри видна луна.
И здесь тоже отверстие, в которое запихали провод. Как раз таки сетевой, за счет которой я и засомневался, где он делся. Это он внутри. Вот, подключается к сети. Вилка. И сюда тоже, здесь тоже есть такой разъемчик. Плюс что еще? HDMI вход, HDMI выход. Дальше что? Оптическое подключение. И коаксиал, я не знаю, что это такое. Ну, а так, видимо. То есть, я так понимаю, они между собой соединяются. Вот этим кабелем между собой. Сюда подключается разъем тем проводом на левый и правый и входит в плеер. Ну и здесь кнопка, как на всех хороших устройствах, включить и выключить. Вот. Включение-выключение и сюда два кабеля и в источник звука. Правда, для чего второй нужен я? Одно ПК, а второе AUX. То есть для подключения к компьютеру, а второе AUX, я тоже не знаю, что это такое. Вот. Как-то так выглядят колонки. Вот. Ну, как бы на первый вид впечатление хорошее. Вроде такие серьезные две штуки. Две такие коробчонки, которые смогут выдать именно ту громкость, которую я хотел от них услышать. В общем, круто, по-моему. Сами две колонки. Инструкция кабель для подключения. Потом пультик. Вот эти кабеля. Силикагель. Ну и все остальные кабеля, которые мы уже все видели. Вот. Как-то так все это выглядит. Но я пока что их запускать не буду. Потому что их трогаешь, они холодные. И вроде как бы, когда новую вещь переносишь домой с холодно, она должна еще какое-то время постоять. То есть нельзя ее сразу холодную запускать. Она должна еще немножко постоять, набраться комнатной температуры. Вот. А потом уже можно будет проверить. Вот. На этом все. Всем покедова.